говорити про це відверто. 7 серпня 2019 року, незважаючи на будь-які перепони, ми домовились про повернення наших хлопців додому. Там і скрили волонтери собирали, нам первые регулярно 2 месяца передачи передавали, обеспечили всеми необходимой одеждой. То есть на протяжении очень большое спасибо им, реально. Мы передаем постоянно через адвокатов, нас поддерживали, письма нам писали со всего мира, там и из Грузии, из Литвы, из Латвии, из Арабских Эмиратов, из Америки, и даже из России писали, что им стыдно за свою страну, что так происходит, реально есть письма. Писали, поддерживали нас дети, ну то есть все. Большое спасибо. Мы всех увидимся, поблагодарим. Лично, потому что люди реально поддерживают. И наших родителей поддерживают, потому что им было самое тяжелое. Помогали всем возможным. Большое спасибо. Я думал, они удалят наши. Домой, я дома. Що повернення наших хлопців – це дуже радісне відчуття, повинно бути у кожного з вас. Давайте поаплодуємо всім, хто це робить.